Всем привет! Сейчас я расскажу, как сделать получше или модернизировать сверло по дереву. Такая у нас штучка. И вот берется. Вот можно сначала напильничком пройтись вот тут по краям, а потом надфилем все это дело выровнять алмазным. Вон как алмаз блестит. Еще можно убрать вот отсюда по краям, ну вот до сюда, ну где-то два миллиметра металла с одной стороны и с другой. Это делается для того, чтобы когда древесину сверлишь, чтобы не зажимало это сверло. Вот с одной стороны убрали миллиметр, можно два, можно миллиметр, кто боится за хрупкость, можно два, но это вроде не каленый металл. Кто хочет, может закалить. Вот. Меньше точить придется. Я тут обработал уже немного. Вот. Раз, два, со всех сторон надо. И думаю, будет лучше работать у нас эта штучка. Вот. Ну, это для шуруповерта подойдет. Скажет, а вот чего? Нет, не надо, у меня дрель есть. А вот шуруповерт там, кто переживает за него, самое оно. Облегчите ему работу. Вот как бы так. Все, кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся. Бьем в колоколец, пишем свои комментарии, заходим в плейлисты. Все, всем пока.